Хоть поверьте, хоть проверьте, но вчера приснилось мне, будто принц за мной примчался на серебряном коне. И встречали нас танцоры, барабанщик и трубач, 48 дирижеров и 11 скрипач. И сказал мудрец известный, что меня мили нет. Композитор пел мне песни и стихи читал поэт. Потому что на рояле сам король накрыл капот. А когда осень растая, как ночные облака, на окне моем стояли два хрустальных башмачка. Ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.